Друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня мы с вами приготовим самые необычные, вкусные овощные оладьи. Мы с Алексеем уже попробовали, это такая вкуснятина, нежная, рекомендуем на 100%. Ссылочка на наш мукбанг-канал, как всегда, внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте, конечно же, тоже вместе с нами. А также многие зрители знают, что мы недавно переехали в Турцию, вещаем уже из нашей турецкой квартиры. Ссылочку на наш семейный канал оставим внизу в описании под этим видео. Переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков. Мы начинаем! Итак, чтобы приготовить вкуснейшие оладьи из кабачков, нам потребуются кабачки. Здесь у меня 3 кабачка общим весом 700 грамм. Масло для жарки, 150 грамм муки, 4-5 зубчиков чеснока. У меня чеснок достаточно мелкий сегодня. Общий вес чеснока у меня 17 грамм. Соль, черный перец по вкусу, 2 столовые ложки оливкового масла, небольшая луковица, не более 100 грамм, и 3 яйца. Для начала нам необходимо нарезать кабачки. От кабачков отрезаем несъедобные части. Далее кабачок разрезаю пополам, еще раз пополам. А дальше нарезаю кубиком, вот таким достаточно крупным. Нарезанные кабачки отправляю в чашку. Точно так же поступаю со вторым и третьим кабачком. Затем покажу, что делать дальше. Кабачки у нас с вами нарезаны. Теперь сюда же отправляю 3 яйца. Далее при помощи погружного блендера перемалываем кабачки вместе с яйцом. Все, друзья, кабачок я хорошо перемолола. Очень важно, чтобы у нас не оставались кусочки кабачка. Посмотрите, вот такой нежный фисташковый цвет получается. Очень уже аппетитно. Дальше все просто. Нам необходимо нарезать лук. Лук нарезаем мелко кубиками, сначала пополам. Затем, не прорезая до конца луковицу, вот так нарезаю пластинками. Затем разворачиваю и мелко нарезаю кубиками. Таким же способом поступаю со второй половиной луковицы. Лук я нарезала, как можно мельче постаралась это сделать. И отправляем к нашим кабачкам с яйцами. Далее сюда же отправляем 2 столовые ложки оливкового масла. Черный перец на кончике чайной ложки. Соль 1 чайная ложка. Далее к нашим овощам отправляем чеснок. Через чеснокодавку я выдавливаю. При желании можно мелко-мелко нарезать ножом. Все, друзья, дальше начинаем всыпать муку. Хорошо перемешиваем. Замешиваем тесто, как на оладьи. При необходимости можно воспользоваться венчиком. Все, друзья, посмотрите, вот такой консистенции у нас с вами получилось тесто. Дальше пойдемте к плите обжаривать оладушки. Сковороду устанавливаем на плиту. Зажигаем пока максимальный огонь. Вливаем в сковороду небольшое количество растительного масла, так чтобы дно было покрыто маслом. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у нас прогрелось. Уменьшаю газ до среднего. И по 2 ложечки отправляю наши оладьи на сковороду. Придаю им форму. Обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Когда наши оладьи обжарились с одной стороны, при помощи лопатки переворачиваем на другую сторону. Вот такие, посмотрите, аппетитные, нежно-фисташкового цвета оладушки у нас с вами получаются. Обжариваем точно так же до золотистого цвета с обратной стороны. Далее, друзья, берем тарелку, застилаем 2 слоями кухонного бумажного полотенца. И когда наши оладьи обжарились с обратной стороны, проверяем, вот так лопаткой приподнимаем, снимаем их с огня. Вот такая красота и вкуснота у нас получается. Сейчас полностью обжарю все оладушки, затем покажу, что у меня получится. При необходимости буду подливать масло в сковороду. И по такой же аналогии обжариваю все оставшееся у нас тесто. А его достаточно много, посмотрите. Обжариваю по-прежнему на среднем огне, чтобы оладьи у нас хорошо пропеклись внутри. Оладьи у нас достаточно плотные, такие толстенькие получаются. И чтобы они хорошо пропеклись внутри, я обжариваю на среднем огне. Все,
все, чуть позже покажу, что получится. Друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Очень аппетитно выглядят. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.